Анапа всегда удивляет приезжих обилием зелени и цветов, роскошью красок и творческим замыслом озеленителей. В этом году утверждена морская тематика. Цветные волны можно встретить в разных точках города. Если в жаркое время глаз радовали петунии и бархатцы, то осенний сезон и холодное время года – звездный час виолы. Сотрудники Зеленстроя проводят плановую замену растений. Мы сейчас садим внутренний периметр сквера администрации. Здесь будет высажено 16 600 виол. Это крупноцветковый сорт, зимостойкий, с яркой, хорошей окраской, которая продержится всю весну и зиму выдержит. Виола с мощной корневой системой хорошо приживается. Легко переносит температуру до минус 8 градусов, а то и ниже. Быстро восстанавливается после заморозков. Желтые, синие и красные виолы обновят цветочные часы. Появятся в новом сквере на улице Астраханской и на улице Крымской. Кстати, на последней полным ходом продолжается замена плитки. Уже выполнена разбивка широких клумб вдоль проезжей части. Идет замена грунта на более плодородный и пригодный для посадки газонной травы и цветов. Всего по городу высадят более 45 тысяч цветов, так что осень на курорте обещает быть яркой.